Новосибирске на концерт приходил мальчик на инвалидной коляске. Маленький, лет 12-13, с дредами такой. Ну, такой позитивный. Если там что по бабкам, я смогу, помогу. Вот эту мы купили, вот эту. Эту татуировку мне, между прочим, на сам Моргенштерн оплатил. Нас же Малахов звал к себе на Россию. Ребенок, типа, такой известный, засветился. Но если ты хочешь действительно стать известным рэпером и писать действительно хорошую, качественную музыку, то ты должен все-таки учиться. Ну, это и треки же подписал. Мне вообще не нравится. Так а ты же сам их сделал, поэтому они говно, наверное. Ну да, да, да. Надо самому делать, чтобы дату было. Для этого же надо делать. Да, мне по-ху было. А, понятненько, все. Что у нас Алишерка делает? Я не в Москве, дядя. Мужик, перестань искать со мной встречи. Мне неинтересно, типа, с тобой видеться, честно говорю. Что? Я хотел стать каким-то особенным. У меня ничего не получилось, все. Никакого ни рэпа, ничего.